Да что же он творит? Судью намыло! Сколько раз говорить? Не кури, когда я сушу белье! Присмотритесь, одно неловкое движение и беда на порог. Еще чайник, вот и перегруз сети. Интересно, и так интересно, и сяк интересно. Здорово! 5-0! Победа! Я выиграл! Игра это здорово! Смотри, какой смешной лист! Мы опять выиграли! Главное правильно затушить пламя! Да что ж с ним опять такое? Ну я тебя сейчас... Вот так! Вот так! Ах ты! Да что же это творится-то? Эй, на помощь! Пожар! Пожар! Ой, ой, на помощь! Как неожиданно! Огонь! Пожар! Пожар! На помощь! Фу! Фу! Уйди! Уйди! Огонь! Огонь! Помогите! Пожар! Что же делать? Вот тебе! Вот! Может, солью? Нет, не помогает! Водой? Нет! Пожар! И когда успели захламить все? Балкон и дверь тоже закрыта! Что же делать? Внимание! Пожар! Быстрее бежать к выходу! Вызываем лифт! Положитесь во всем на меня! Кажется, пахнет дымом! Спокойно! Просто это что-то подгорело! Первыми беду чуют животные! Бежим к выходу! Только без паники! Ты знаешь правила ОБЖ? Сначала выясним, откуда дым. Гляди, что это? Я боюсь! Спокойно! Дым идет из коридора в нашу квартиру. В соседней квартире пожар. Срочно набрать по телефону 01 и сообщить точные координаты пожара. Бежим на кухню! Я намочил платок под струей воды. Нужно намочить ткань и приложить к носу. И все мы сделали то же самое. И кошка тоже намочила платок. Теперь надо взять одеяло, фонарь, укрыться одеялом и никого не забыть. Так, накрывшись одеялом, покидаем квартиру и спускаемся вниз по лестнице. Кажется, успели. Мы действовали по правилам ОБЖ, и теперь все хорошо. О пожаре звоните по телефону 01. Не перегружайте электросеть. Спички детям не игрушка. Не пытайтесь самостоятельно погасить пламя.
Не загромождайте пути к выходу. Во время пожара пользоваться лифтом запрещается. Накройтесь одеялом и идите к выходу.